7. Западный проход под угрозой. Мы засели в библиотеке, пересечение 5-й и 42-й западной. У нас тут дюжину гражданских, нужно доставить их к станции. Требуется огневое прикрытие. Прием, Чарли. Группа «Браво» движется с юга. Соединитесь с ними и двигайте к терминалу. Всем удаленным группам огневой поддержки. Двигать в точку к западу от вокзала. В библиотеке перегруппировка. Мельтер ходит к вокзалу. Эвакуация будет в течение часа. По туннелям в восточном направлении. Время против нас. Барклай, конец связи. Всем группам, это Чарли 7. Отступаем к библиотеке. Будем держать эту точку, пока не выведем всех гражданских. Черт, они везде. Вперед через улицу. Давай, давай. Корабль! Включите батареи снова!
Прочешите местность в поисках выживших и вернитесь как можно скорее. Времени ждет. Понял. Всем группам. Прорываемся в парк. Вперед! Живо! Вперед! Через парк! Бегом! Бегом! Вот черт! Их корабли! Мы их сделаем!
Браво нас ждет! Сектор соединяемся на 42-й западной! Вперед! Санитарную палатку! Давай! Что, совсем все плохо? Тут у нас, мягко говоря, жарковато. Пополни боезапас и иди на прорыв. Тут скоро будет ад. Сюда! Быстрее! Конвой готов к выходу! Держите сектор, пока мы не выведем гражданских! Всех машинам! Вперед! Быстро! Идем тихо! Не светимся! Марш! Вперед, ребята! Двигаем! Все цели уничтожены! Все чисто. Нас атакуют! Воздух! Десантный под кальмаром! Бейте по нему! Огонь! Огонь! Ура! Чарли 6, это Эхо 7. Пошла первая фаза эвакуации. Ваше время подхода. Это Чарли 6, подходим с запада. Приближаемся к точке Виски 7. Вас понял, Чарли. Внимание, с запада приближается противник. Вас понял. Все, пошли, пошли. Защищать периметр центрального вокзала. Добраться до вокзала. У меня все чисто. Все чисто, ложная тревога. Внимание, движение на улице. Вижу двух-трех пехотинцев кальмаров. Не торопимся, господа. Маскировка отключена. Алькатрас, откройте ворота. Вперед!
Свои, не стрелять! Не стрелять! Не стрелять! Они открыли три восточных туннеля. Первым делом вывезем гражданских. Последний поезд наш. Главное продержаться до этого момента. А как насчет карантина? Чисто, мы проверяем всех, кто садится в поезд. Баркли говорит, что он нас проведет. Алькатрас, впереди тебя ждет штаб-сержант Рейнер. Мы будем тут. Спасибо за помощь. Удачи. В конце улицы. Нам надо взорвать его и блокировать минометы кальмаров. Но прерыватели отрубились. Нужно проникнуть в здание и снова их врубить. Причем быстро! Цепы на подходе! Защита.
Связь отключена. Порядок. Один готов. Осталось два. Маскировка включена. Второй готов. Остался один. Вперед! Порядок, все на месте. А теперь сваливай оттуда, живо! Отойти на безопасное расстояние. Максимум защиты. Алькатрас, берегись! Там задний кальмар! Рви когти оттуда! Они затопляют здание! Мне придется валить! Маскировка отключена.
куда же? Торрес выбыл! Повторяю, Торрес выбыл! Кто-нибудь на детонатор! Защиты.
Говорит Баркли, внимание! Всем группам огневой поддержки вокзала! В данный момент начинается эвакуация на нижних уровнях! Туда же немедленно следует направиться медицинскому персоналу! Не берите с собой снаряжение, кроме самого необходимого! Поддержку обеспечивает группа «Браво». Я хочу, чтобы каждый поезд сопровождал вооруженный эскорт. Группы «Альфа» и «Эхо», держите верхние уровни и периметр вокзала до конца эвакуации. Работаем быстро и чисто, господа. Позади не оставляем никого.